Мы всегда ждем начала июня, потому что это определенная неделя, когда и преподаватели нашего университета, и студенты могут проехать по нашей замечательной Тамбовской области. В путешествие по Тамбовщине отправятся 40 преподавателей и студентов. В каждом населенном пункте они будут общаться с администрацией, местными жителями и молодежью. Участники посетят детские дома и интернаты, проведут с детьми интерактивные игры и квесты, а также передадут подарки, собранные волонтерским центром технического университета. Кроме того, в отличие от прошлых лет, в этом году в маршруте еще два приюта для животных. Мы проедем более 20 населенных пунктов Тамбовской области. Это и Маршанск, Куварово. Сегодня вот у нас первый населенный пункт – это Токаревка по маршруту. И Кирсанов, естественно, наши добрые партнеры. Мичуринский район мы проедем практически весь, потому что вот мы решили включить приют для животных, поэтому мы достаточно большим крылом голубя, потому что на карте в этом году мы рисуем символ добра, любви и верности, птицу мира – голубя. Еще один приют для животных в маршруте «Дай лапу» в селе Черняное. Волонтеры передадут в него корм и средства для ухода. В общем, в этом году путь составит 1050 километров.